Здорово, пацаны, вот гудит дизельное дерьмо. Нахожусь в горах, и интересная предыстория. Едем мы, собственно, в очень далекой местности от цивилизации. И заехал я в один, собственно, сельский магазин за этим. В Заболой. Вот такой же парень едет. И, короче говоря, обнаружил интересный момент. В Москве я покупал энергетики, делал обзор на сову, синяя и голубая. А вот здесь, за 4000 километров от Москвы, даже больше, я нашел красную сову. Это удивительно. В одном единственном сельском магазине. И сейчас вы увидите обзор. Поехали. Ребята, уникальное событие. Обнаружил четвертый вид совы. Опять же в Алтайском крае, на этот раз в городе Барнауле, вот, в магазине Лента. Обнаружил четвертый вариант совы, классик, вот, красная. И поэтому обзор сейчас у нас будет двойной, на оранж и на классик. Поэтому я этому очень рад. Ценник у нее был 75 рублей в магазине Лента. Поехали смотреть. Ребята, продолжаем смотреть обзор, добрались мы наконец-то домой. Вот, очень устали. И что могу сказать? Обзор на, вот, собственно, 4 варианта, которых мне удалось увидеть. Обзор на эти 2 будут под ссылкой под видео, увидите. А сегодня мы с вами попробуем Orange и Classic. Вот. А всего получается 4 вкуса. Это Original, Natural, Classic и Orange. Вот. Вот такие вот совушки. Кстати говоря, если посмотреть, у всех разный дизайн совы, да, то есть мордочки видно, да, все разные. Да. Значит, что могу сказать? Цена у них была разная, разные магазины. А в Ленте баночка стоит 75 рублей. Ну что ж, в предвкушении я. Оранжевую я примерно представляю, что она себе будет представлять. Не знаю, вкус нет, но вкус догадываюсь. А вот классик интересно, что там. Итак. Значит, первое, что стоит отметить, это зафиксировать состав, да, то есть, посмотрите, зафиксировали. Mm-hmm. Можете поставить на паузу, либо послушать меня, да, если вы не поверите, можете просто посмотреть. Сова у нас апельсин, оранж, в состав входит вода, сахар, сокосодержащий основу апельсиновый лимонад, концентрированный апельсиновый сок, лимонная кислота, натуральные ароматы, антиоксидитель, аскорбиновая кислота, стабилизаторы, камень рожкового дерева и каротин. Также лимонная кислота, таурин, цитрат натрия, трехзамещенный, ароматизатор натуральный, тип розовая гуава, затем кофеин, то есть два компонента, кофеин, таурин, энергетический, да, затем аскорбинка, витаминный премикс, ниацин, пантотеновая кислота, B6, фолиокислота, биотин, B12. Ну, в общем, все стандартно, кофеин, таурин, витаминный премикс. Изготовитель все та же дека, deka.com. .ру. Интересный домен, посмотрите, сайт дековский. Вот изготовитель совы. Так, ну сразу посмотрим, отличается состав от этого или нет. Опять же, давайте зафиксируем его. Значит, читаю. А пока вы можете внимательно посмотреть дизайн новой баночки. Вращаю его, я пока буду читать. Значит, классик. Сова классическая. Состав: вода, сахар, лимонная кислота, цитрат натрия, трехзамещенный таурин, раз, ароматизатор пищевой, кофеин, два, краситель карамельный колер, премикс, витамин ниацин, ага. Здесь, значит, если сравнить их, то здесь намного меньше всяких красителей и прочее. Состав очень короткий. Здесь больше всякая дряни, можно так выразиться, да, то есть это менее вредно, хотя все условно. Ну а по компонентам энергетиков они одинаковые, то есть таурин, кофеин и все. Ну что ж, перейдем к делу. Первое, собственно, давайте нальем оранж. Далеко мы увезли его. Слушайте, ну вот этот запах и цвет я пил, наверное, в 3-4 энергетиках минимум. Сейчас я расскажу, по запаху я вот уже определяю. Так. И вот этот я тоже пил. Вот реально, что делают в России, я вам сейчас расскажу. Много этих энергетиков, что делают? А делают следующим образом. Все энергетики производятся обычно на одних и тех же заводах. Да?
Самое что интересное, это нормально. Что нормально? Ну, допустим, придумать дизайн, что они делают, и разработать формулу, формулу вкуса компонентов и их содержания, да, пропорцию. Это было бы грамотно, и в принципе, даже если на одном заводе делают 10 энергетиков, ничего плохого в этом нет. Но русский настолько тупоголовый, либо, окей, они очень умные, но им просто лень впадлу, что они не меняют ни вкус, ни состав, а только дизайн и название. И получается, вкус практически одинаковый в разных банках под разным названием, с одного завода. Но это просто, не знаю, дебилы натуральные, овощи. А вот у меня есть обзор на Classic EcoSport Energetic есть и Формула Чемпиона. Что они сделали? Одну они продают в банке, в железной, другую продают в бутылочке. И что вы думаете? У них вкус одинаковый, знаете, в чем разница? Один более разбавленный, другой нет. Один более газированный, другой нет. Все. Состав абсолютно одинаковый. БЖУ одинаковый, завод одинаковый, вкус одинаковый. Смешно. Даже если не читают состав, то по вкусу можно определить, что это одинаковое пойло. То есть, ну, ёптвою. Ну ладно, ладно. Сова так сова, дека так дека, чё. Давайте пробовать. Оранж. Ясно. Ставь паузу. Пауза была поставлена потому, что с первых глотков я обнаружил вот эту самую формулу чемпиона. Обзор на нее у меня есть, посмотрите. Так, помимо вот этой формулы чемпиона, есть обзор, ну сейчас у меня этой баночки нет, на EcoSport, он тоже на канале есть. И получается, что вот этот и еще третий энергетик, это абсолютно одинаково. Абсолютно. Причем я уже не помню, надо смотреть обзор. Вот. Но, по-моему, тот же самый завод. Состав и рецептура. Ну, надо смотреть. Так вот, что могу сказать. Это небольшой измененный вкус вот этого напитка. Отличается он тем, что более выраженный вкус апельсина. А так абсолютно одинаковый. Довольно неплохой. Неплохой, не спорю. Это такой сильно газированный, очень сильно газированный, кислый апельсин. Пахнет и отдает апельсинки, но он очень кислотный, такой газированный. Ну, скажем так, далеко не самый худший вкус апельсина, далеко не самый худший. Самый худший вкус апельсина среди энергетиков, это, по моему мнению, адреналин джуси. Апельсин оранж, это просто самый блевотный вкус. Неплохой, кстати, не сильно сладкий, то есть более кисленький, это хорошо. Неплохо, неплохо. Такая уставшая сова, грустная, смотрите. Здесь такая радостная, а здесь такая уставшая, грустная. Не мудрено. Опять же, скажу так, что на пару раз этот вкус зайдет, на пару раз, но опять же, уже на третий, на четвертый и так далее, знаете, пить вы его не будете. Не цепляет ничем. Еще, кстати, такое интересное послевкусие апельсиновое. Вот. Ну что ж, а мне все-таки хочется в рот этот классик. Что-то напоминает мне запах, знаете, такое. Чувство уже сильно сладко будет. Ну давайте. Но вот здесь вкус изменен очень неплохо. Действительно, есть похожие оттенки в запахе среди других энергетиков, но все-таки вкус уникален. Подобного что-то я не пью. Необычный вкус. Необычный, но не нравится два момента. Момент раз. Сильно сладко, чересчур. Ненавижу, когда сильно сладкие энергетики, много сахара, пить неприятно. Все-таки энергетик должен быть кислый и резкий. Ну, максимум нейтральный, как вот этот. Но не сладкий, как лимонад. Вот. Сильно сладкий и не газированный особо.
То есть вот этот он прям газированный, сильно бьет. Этот, знаете, менее газированный и, в общем-то, не цепляет вообще. Вообще. И, кстати, выглядят они почти одинаково. Этот пожелтее такой. Резюмируя, что я могу сказать? Могу их разделить, кстати, вот их всего 4 вида, разделить на 2 группы. Которые можно пить, которые нельзя. Вот этот со вкусом Байкала, это полная параша, отвратительный, пить его нельзя. Вот этот очень сладкий, негазированный, плюс этот вкус сладости невкусный. Тоже я его пить не стану, не понравился мне вообще. Самый вкусный из них — это голубой, очень вкусный, легко идет. А апельсинка довольно неплохая, среди апельсинок несколько раз его попить можно. Теперь по оценке. Вот этот получает 2 балла из 5. Пить его можно, но крайне неприятно. 75 рублей он точно не стоит, и состав так себе, ничего там кроме кофеина, таурина нету. Поэтому просто в лимонаде 75 рублей бесполезно. 2 балла максимум. Касаемо апельсинки, здесь я поставлю 3 балла из 5. Довольно неплохая. Кисленькая, сильно газированная, но опять же надолго ее не хватит. То есть вот этот можно долго пить, вот этот быстро надоест. Вот. Так что, что могу сказать, 2 балла из 5, классик, сова. Не рекомендую, сладкая негазированная вода. Апельсинка прикольная, кислая, газированная, 3 балла из 5, можно взять пару раз. Так что на этом все, спасибо за внимание, до новых встреч, увидимся и пейте топовые энергетики.